В офисе Актюбинского союза парализованных граждан Тенхугам состоялась встреча с участниками и бронзовым призером 4-х азиатских параигр в Китае Гулим Курманбаева. Мероприятие было организовано спортивным клубом для людей с ограниченными возможностями. Участники встречи задавали паралимпийцам интересующие вопросы. В частности, о подготовке к прошедшим соревнованиям, а также о будущих планах. Тренер призера соревнований поделился воспоминаниями об азиатских параиграх. Немножко спортсмен именно в психологическом плане, у нас были небольшие сбои. Но мы поработали сейчас в данный момент, эти ошибки исправили и надеемся, что не будем возвращаться к этим ошибкам. Поддержка в первую очередь это поддержка родителей, я так думаю. Потом поддержка моя как тренера, ее друзей, родственников. Это, я считаю, вот это самое главное. Если такая поддержка будет, то я думаю, психологических срывов меньше будет. Не должно даже быть.